генерала Лебедя прям с самолета привез. Альпинистом он тут проинвестировал 1 миллион. И вот, Сереж, скажи, вот какие ощущения. Можно глаза увидеть? Это, я думаю, что там слезы, наверное, когда прийти. Я не знаю, за этот месяц каждый раз. Каждый раз, когда все это меняется. Я был неделю назад, потому что сейчас это уже не видно. Ну и, конечно, каждый раз. Сейчас мы это начисто. Правда. Двигал. И вот последние три года так вау, теперь все ходит, вот там вот юнибайк ходит, но нам говорят, скоростную же вы не успели, да блин, дайте хотя бы по 10 долларов, все, и мы сделаем скоростную, ну, правильно. Друзья, еще можно сказать, уже как без турологи, без звонера, друзья, вы не представляете, что будет на следующий фестиваль через год, это просто невозможно будет описать, потому что кто был год назад, помните, что было год назад, что сейчас, а через год это будет просто совсем другая вещь, так что, друзья, а это же будет прям за 2 месяца Винотранса, так что, друзья, это будет, так что я вас приглашаю уже на следующий. Помнишь, 3 года назад, когда мы здесь только приехали в Минск, было 3 инженера, 6 кабинетов, и мы тогда говорили, вот будет экотехнопарк, и будет огромное количество людей сюда ехать, подписывать контракт. И сегодня это уже так и есть. Все, наши слова, вот мы, как говорится, мужики сказали, мужики сделали. Вот мы за свои слова отвечаем. Поэтому и предлагаем всем тоже вот присоединиться. Да, привет, Экофест. Ура!